Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустенд, и я продолжаю прохождение Mario Game, это Super Mario World, ROM Hack. И как я сейчас только что узнал был, что когда мы какую-то монету пропустили, а потом мы по-новому заходим в уровень и забираем монету, и потом мы нажимаем на старт и Select, я думал, что монета сохраняется, оказывается, это не так, и мне пришлось сейчас... Те монеты, которые я в прошлой серии вам показывал был, их по-новому собирать. Ну ладно. В прошлой серии мы прошли первый мир, а теперь мы здесь во втором мире. И это ядовитый лес, так что давайте пройдем первый уровень. О, музыка из The Legend of Zelda A Link to the Past. О, круто! На-на-на-на-на-на-на, темный мир, ду-на-на-на-на. Я очень обожаю эту музыку. Так, что тут стоит? The purple water in the swamp are very poisonous. The green water are very sticky. Ага, это значит, фиолетовая вода, она ядовитая, и туда нам нельзя прыгать. Окей. Ту-ту-ту-на-на-на. А, мы можем по веткам лазить. Это круто. Так, тут есть где-то монета? Так, здесь ничего нету. Будем проверять все трубы. Я даже и не посмотрел, тут есть секретный выход или нету. Эй, как ты посмела меня зацепить из-за этого... Он исчез? Как так? В смысле? Так, берем разгон и прыгаем сюда. Оп, и сюда тоже. Я тебя видел. А, тут монета. Это первая? Пожалуйста, будь первая. Да, это первая. Хорошо. Вау, какой-то сумасшедший. Прыгает так. На-на-на-на-на-на. Так, в эту трубу я тоже не могу залазить, окей? А, там где лисья под ветком, туда мы не можем. Что? Что случилось? А почему я на ветку не мог сейчас прыгнуть, а? Как так? Тут же мне все по-новому надо играть, ладно. На-на-на-на-на-на-на-на. Но я все равно отказываюсь использовать F2 и F4. Ту-ту, на-на-на-на-на-на-на-на. О, мы получили жизньку. Это уже круто. На-на-на-на-на-на. Вот, я же мог же на эту ветку залазить. А почему я на ту не мог... Залезьте! Почему ты не прыгнул, Марио? М? Ты же водопроводчик. Это же твоя работа. Прыгать и бежать. Ну, в этот раз ты, Марио, работу свою не выполнил. Так что ставлю тебе двойку. На-на-на-на-на-на-на-на. Что тебе нужно? О, давай гриб сюда. Там-та-та-та-та-та-та-на-на-на-на-на-на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как я узнал, что мне обязательно нужно все монеты собирать. Так что мы будем собирать все монеты, чтобы мне пройти этот ромхак на 100%. А? На эту я тоже могу залазить ветку? Окей. Значит, я на некоторые могу залазить ветки, а на некоторые нет, да? А тут что? Здесь ничего нету, а то я думал, что тут спрятанная труба. Так. О, я же могу сюда зайти. А, тучка. Чё, вниз надо? Пойдем вниз. А, нет. Это бонусная стадия, чтобы тут получить пару монеток. И все, что ли? Это я за монеток только пришел.
Значит, не будем всем веткам доверять, будем просто прыгать сюда. О, чекпоинт мы нашли уже. Синий шайгай. Они думают, что они такие крутые. О! Мой любимый пауэрап. Погоди. Черт. Так, где она выглядит? Вот она. Так, здесь я могу летать? Могу. Берем эту монету с собой. Хотя бы две уже. Так. А где последняя? Где-то будет еще, да, она? О, погоди, я могу сюда зайти. Так, да, здесь последняя. Окей. Так, и я могу выйти обратно. Так, а где я буду? Окей. А, ладно. Значит, здесь я. А здесь мы получили бы, наверное, жизнь в этом блоке, да? О, боже мой. И сюда. Молодец. Черепаха. И к финишу. Но этот уровень был прикольный. Что-то Марио не делает. Зумобок. О боже мой. Чё, сейчас зумобробу? Так, это что за музыка? Погоди. Сейчас немножко дальше поиграет музыка, и потом... Эту музыку я вообще не знаю даже. То я думал, что как-то знакомо будет. Так. Это что, ремикс какой-то обратно или что это за музыка такая? Так. А ну-ка, я хочу посмотреть эту трубу. Нет? Тут надо все трубы проверять. Тут в какие-то трубы я могу зайти, да? Потому что здесь три монеты мне надо найти и секретный выход. Так, тут что? О, как я по вас соскучился! Вот эти вот чаки, которые бросают с бейсболами. Оп! Сюда. Так. Они говорили, что зеленая как-то стики. Вода. А, блин! Теперь я большим остался. Ну, хоть я жизньку получил. И то хорошо. Зато у меня 7 жизней теперь. О, погоди! Звезду возьмем. Двоих убили. Так, сюда я не могу зайти. А сюда тоже нет. А сюда вниз я могу зайти, окей. Ага, секретный выход. Тик. Спасибо, Чак, что ты мне так легко отдал ключ. И зато ты хоть живым остался. Опять красный? Нет. Я хочу здесь обычный выход сделать. Так, одну монету мы уже нашли. А где вторая и третья монета? Ну, наверное, там дальше будут они, да? А, жалко, что мне нету... Это костюма. Так, тут что у нас было? А, монеты только... Так, надо обстреливать! И на бошку его шлю, долбанутую. Так. Тут только иногда плохо видно. Окей. Да. Точно, они же говорили, что зеленая вода стики. Что это как... Quicksand из Mario 64. Ну, это такой тихий Quicksand. Который в Mario Bros. 3 тоже был там. Уиу, берем. Мне нужно... Хотя бы я думаю, что если я бы 8 врагов сразу убил бы, тогда бы...
получил бы что-нибудь интересное. Жизнь, например, да? Так, ага, здесь мне нужна кнопка для второй монеты. Или нет? Да, нужна кнопка. А, вот она. Вот она. Так, вулкан. А, я хотел убить тебя. Черт. Ладно, надо... Бегом, бегом. А, не успел я. Черт. Так, надо теперь стараться как-то быстрому. Блин, ну я не успеваю что-то. Теперь мне это вулкан плент мне мешает. Потому что тут быстро кончается эта штука. Да не успеваю я и все. Да блин, а как мне можно еще, чтоб успеть? Эй! Да спасибо тебе большое, спасибо, я так рада за тебя. Ладно, еще раз. Черт с ним. Но я буду дальше играть без сейфов. Потому что ромхак не такой уж то сложный, что мне обязательно нужно сейфы делать. Мне бы этого вулкану плент убить бы. Черт, сейчас опять не успею, да? И... Так как всегда, я так и знал. Что сейчас я опять сдохну где-то, да? Так, быстрей, быстрей! Ох! Теперь успел, теперь меня этот убил. Молодец! Так, мне надо пауэрап взять, блин, без пауэрапа... Блин, там я только получил бы гриб. Так, где-то я... Здесь же это... Был гриб, а там могу костюм получить, да? Вот, вот здесь, вот здесь, вот, вот, вот. Пошел ты, пошел. А, блин, какой-то дебил. Я хочу повара взять, блин, гриб, чтобы там по костюм получить. Опять начинается фейлы. Опять начинается фейлы. Здесь. Уйди. Так. Start и select. Вот так. Ладно, зумобок. Зумобок. О, хоть мы с чекпоинта начинаем, и то хорошо. О, вот это я хотел взять. Вот эту я хотел штуку взять. Так, теперь мне легче будет тут немножко забрать эту монету. Ты мне мешаешь, придурок. А ты мне еще больше мешаешь, Volcano Plant. Я тебя сейчас беру. А теперь стало намного легче. И сюда. Вот, что так сложно было? Из-за этого я потерял бы пару жизни. Так. Ага, в эту трубу я могу зайти. Что там? Бонусная игра, что ли? Или что-нибудь такое здесь? Погоди. Там сверху открыто. Я хочу полететь сюда наверх. Ага, ага. Еще больше монеты. Я думал, что тут монета спрятана. Так, а тут что у нас? О, костюм только дали. Жалко, что мне инвентаря нету. А то было бы у меня их два сейчас. Ладно. Будем теперь искать последнюю монету и выход. И как раз два уровня будут пройдены. А-а-а-а. Потом, может быть, еще и третий уровень начнем проходить. Чтобы хотя бы за эту серию... Три уровня пройти. А, вот она. Вот она. Так. Вот так. Теперь мне тут надо бежать и тут нагнуться, чтобы сюда попасть. И теперь сюда. И финиш, где финиш? Финиш, финиш, финиш. Где ты? Финиш. Вот он. И вот мы все монеты забрали. И вот мы прошли этот уровень. Конечно, Марио показывает нам пис. Что? Что это за секретный выход был, блин, который меня привел только... А, обычный выход меня привел. Окей, тогда ладно. Chainsaw Woods. Окей. Chainsaw, кто это такой? Музыка из The Legend of Zelda.
Ocarina of Time, на 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 Lost Woods. Даже прикольный ремикс здесь. Звучит как оригинальная музычка. Да, это была глупость моя. Кажется, я в эту трубу могу залезть. Тихо, тихо. Нет? А что я наделал? Что я только что натворил был? А? Зачем я это сделал был? Зачем? А то я думал, что в трубу можно залезть и что там будет смерть. Ладно, еще раз. Ну зато музычка веселая. Я не буду тут орать. А, черт. Давай ко мне, грибочек, сюда. Хоть я буду большим. И то ненадолго. Всего лишь на пару секунд. Меня убили снова. А, блин, я просто неаккуратно играю, а так игра вообще не сложная. Это потому, что я давно не играл в Super Mario World ROM Hockey. У меня сейчас Game Over будет, да? По-моему. Это у меня только 4 жизни остались. Че, мне серьезно... Нужно использовать сейфы, что ли, а? Чтобы такое вот не происходило Game Over. Или, может быть, мы соберем еще пару монет, чтобы у меня была новая жизнь-ка! Так, вторая монета. Давай сюда. Нет, это первая была. А что я говорю, вторая? Так, теперь я сюда. Окей. Так. Тут мне просто аккуратно играть нужно, и будет все легче получаться. О, костюм? Погоди. У меня есть идея. Так, тут. Ага, я так и знал, что он будет респауниться. Я так и знал. Погоди, я тебя сюда положу и сделаю на тебя спинджамп. Так, тут больше никто не респаунится, значит, я хочу полететь, стараться вон туда, наверх. Не получилось что-то, окей, давай, вылазь. А, хрен ты тебе, пришла от водопроводчика Марио. Так, это вторая монета. Нет. На. О, еще как-то повезло. А, чё я наделал? Что я опять натворил? Блин, а... Я играю сейчас, как будто я ни раз не играл в Super Mario World ROM Hockey. Хотя бы я их уже много играл был раньше. Ну, просто я давно не проходил ROM Hockey. И поэтому я фейлю без конца здесь, а? Но зато вам весело будет смотреть мои видеосы. Тык сюда! Так, ага, ключиха.
Ну что я наделал? Ну какого хрена я упал в яму? Блин, а ну... Рустен, да, ну может быть тебе уже хватит? У меня две жизньки осталось. А, черт. У меня жизньки нет уже. Ты че, серьезно? Ромхак такой сложный стал, что ли? Или... Или что происходит? Давай прыгай на эту платформу. Так, ждем. Ждем. Так, теперь прыгаем. Так. Да что? Как меня тут? Ладно, хоть мы секретный выход сделали. Так, куда она нас приведет? К какому уровню? К стандартному. Spooky Passage. Мне нужно где-то сохранить игру. Хотя бы я не хочу из... Что? Друзья, что случилось? F5 тогда. А почему? А почему так получилось сейчас? А? Это что, за баг какой-то был или что? Да я понял, блин. Ладно, берем гриб с собой. Выходим с уровня. Хоть я большим буду теперь. Так, теперь будем стандартный уровень. Выход еще делать. И будет все в порядке. Тю-тю-тю-тю-тю. Одна монета осталась. Так, тут что ж? Цветок получу только. Я думал, костюм получу. Так, так, так. Давай мне жизньку сюда. О, спасибо. Хоть три жизньки у меня снова. И то хорошо. А, может быть даже игра сохранится, когда я пройду этот уровень. Ай, блин! А! Ладно, пускай так будет. Да что? Тебя даже ничего не зацепило, а ты уже покоцался. А, Марио, весь. Ну, хоть я до сюда дошел, и то плюс. Тю-тю, бессмертие сейчас. Ня-ня-ня. О, костюм, давай сюда его. Он как раз мне и нужен. Так, а теперь уже вслепую дальше пойдет, да, здесь? В этом уровне. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так, а как туда до него добраться? Да это пиранья плент. Может быть, там что-то есть? Кроме фейла. Огонек, не надо тут за мной охотиться. Так, я не знаю, в этой трубе что-то есть. Попробуем рисканем. Молодец! Я думал, что там что-то спрятано есть. Оказывается, там ничего нету. Блин, у меня только две жизни осталось. Да. Подумайте, будет гейм овер. Чё уж. На придурков то. Ну как мне? Ну ш... Блин, а я так фейлю, что я даже. Блин, последняя жизнька. Последняя жизнька. Или ноль тоже считается еще жизнькой. Это что мне значит? Когда гейм овер будет, мне придется со с первого замка.
эти уровни потом по-новому проходить, что ли? Или, может быть, мне серьезно со следующей серии начать нужно использовать F2 и F4? Какой-то дебил, даже и ты не нагнулся тут. Так, трубам я теперь не буду доверять. А то говорите, о, прыгни в трубу, там монеты есть, жизнь получишь. А? Так? Тихо. Так, тут последнее. Тут последнее, я уже... А! Нет. Простите меня. Но это, блин, как... вот так нужно. Вот. Прошли. Так, а что там за следующий уровень будет? Какой там? Так, можно хоть сохранить игру. Ох, спасибо. Polluted Bog. Водный уровень. Я не знаю, в какой мы уровень пойдем. Или Spooky Passage, или в тот уровень. Но это мы уже узнаем в следующей серии. Давайте до следующего раза вашего стенда. Пока-пока.